Техас съездить все равно, что в Мексику почти. По музыка по радио раздается мексиканская. Вокруг одни мексиканцы и ешь мексиканскую. Нет, нам не надо в порт, да? Нам надо в Корпус Кристи. Корпус Кристи, да. Дороги, дороги, дороги. Сегодня у нас 13 мая. Ой, сегодня у Анютки дочки. У Анюткины дочки? На лице написаны 3 дня спанья в палатке и на мосту. Надо физиономию вот так делать, чтобы третий подбородок не был виден. И воняя очень ветерком. Ну, от алкоголя было мало. Зачем уж так? По 100 грамм виски, разве это много? Места, которые мы путешествуем, по-моему, выглядят сильно побитыми. Потому что очень много заброшенных домов, каких-то недокрашенных зданий, деревни глухие-глухие. Но жизнь везде есть. Жизнь везде есть. И здесь есть вот кинотеатр, приезжаем, и, так сказать, Макдональдс. Макдональдс. Так что жизнь есть. Интересно, что здесь крематорий и пожарная охрана в одном месте. Трупы сжигают под присмотром пожарников. Цель сегодняшнего дня — попасть в Сан-Антонио. Сан-Антонио — это большой город, один из исторических центров. Мы посмотрим, что там осталось от истории, потому что знаменитое Аламо, где могучая кучка американцев будущих противостояла большой толпе мексиканцев, ну, скажем так, под командованием испанского князя. Битва завершилась в пользу мексиканцев. Всех американцев поубивали. Но это подняло большую кучу народу американского. Они пришли, надавали мексиканцам по шее, арестовали мексиканского короля и увезли его, между прочим, в Вашингтон. И выпустили под залог. А таким образом Техас сначала приобрел независимость и был независимым несколько лет, а потом стал частью США. Такова история этого места. Высокий мост. Красивый. Но уже довольно ржавый. Корпус Кристи. Форт. Thank you.
Да. Сюда? Сюда. Он тоже сделал выбор. Тоже считай на такси. Сан-Антонио? Совсем серый. Не фотогеничный. Ну вот и был корпус Кристи, считай. Остались какие-то заводки. Вообще, в корпусе Кристи вот это вот знаменито. Всякие перегонные аппараты, химия нефтяная.